Здравствуйте, дорогие друзья, это канал Максимадзе, и сегодня День защиты детей и Веселые моторы 2. Первую часть мы уже играли, вот, и если это видео не выйдет 1 июня, то оно выйдет 3. Играли мы, короче, первую часть, набор мини-игр, и вот вторая часть есть у этой игры. И здесь уже прям на полный экран растянуто, то есть уже лучше намного. Начнем с катка. Дорожная мозаика. И вот эта игра дорожная мозаика. Катку нужно отремонтировать уже не по моим зубам. Поможешь ему в этом? Закрой кусочками асфальта яму, а каток потом раскатает асфальт и закроет яму. Вот это вот уже мне не по зубам. Одна из тех мини-игр, которые мне не по зубам будет. Как-то так. Ну ладно, вот эта часть еще по зубам. Но есть такие, которые сложно будет. Сюда. Ну это точно сюда, других вариантов не может быть. А вот здесь уже неправильно. Вот здесь надо вот так. Я зря сказал, что эта игра мне не по зубам. Некоторые уровни легко пройти, некоторых голову морочить придется. Нет, не сюда. Кусочка не хватает. Вот сюда. Только вот не хватает еще одного куска куда-то. Ну вот, другое дело. Ладно. Давайте следующую игру. Рисунки на асфальте. Рисунки на асфальте. Сегодня каток участвует в конкурсе дорожных рисунков и приглашает тебя на этот конкурс. Была подобная мини-игра уже в первой части, там надо было раскрашивать подлодку. Бирюзовый. Здесь мы раскрашиваем каток. Чернич, синий, золотистый, красный. Красный, синий. Давайте в золотой. Золотистый. Хотя давайте раскрасим все цвета, которые не было в предыдущей. Давайте в зеленый. Первой части, которых не было. Здесь здорово, надо также кликать умница. На... Отлично. Отлично. Здорово. Отлично. Умница. Так держать. Умница. Умница. Все задания выполнены правильно. Это отличный результат. Поздравляем тебя. Да. Вот в зависимости от сколько ответов, разные комментарии будут в конце. Давайте проверим это. Давайте другой цвет. Синий возьмем. Синий. Ошибка. Неверно. Неправильно. Подумай лучше. Неверно. Ошибка. Неверно. Ай-яй-яй. Хорошо, подумай. Внимательно прочитай правила и сыграй еще раз. Это удачи. Если ни одного правильного ответа нет. Теперь давайте на рандом. Зеленый.
Внимательно прочитай. Опять ни одного. Оранжевый теперь. Внимательно прочитай. Ни одного оранжевого не выпало. У тебя один правильный ответ. Пожалуйста, сыграй еще раз, но только внимательно прочитай правильно. Коричневый возьмем. Верно. Хорошо. Четыре правильных ответа – это хороший результат. Но попробуй выполнить это упражнение еще лучше. Теперь давайте три. Бирюзовый. Бирюзовый. Хорошо. Молодец. Так держать. Ай-яй-яй. Нет, не так. Неверно. Ай-яй-яй. Неверно. Ай-яй-яй. Неплохо. У тебя три правильных ответа. Будь внимательнее, у тебя все получится. Теперь пять надо. Белый. Давайте в белый. Черный. Нет, давайте в белый. Серебристый. Белый. Цветов, кстати, больше, чем в первой части здесь. Белый. Так, раз. Держать. Два. Так, держать. Три. Великолепно. Четыре. Так, держать. Пять. Великолепно. А теперь неправильно. Неправильно. Нет, не так. Будь внимательнее. Подумай лучше. Молодец. Пять правильных ответов – это хороший результат. Не останавливайся на достигнутом результате. Выполни упражнение. Пепельный. Светло-серый. Серый. Черный. Черный давайте. Теперь шесть нам надо. Так держать. Отлично. Три. Хорошо. Четыре. Так держать. Пять. Отлично. Шесть. Умница. Ошибка. Хорошо, подумай. Неправильный ответ. Шесть правильных ответов. Молодец. Попробуй улучшить свой результат. Выполни упражнение еще раз. Теперь мандариновый. Мандариновый. Продолжай в том же духе. Раз. Два. Верно. Три. Великолепно. Четыре. Молодец. Пять. Великолепно. Шесть. Великолепно. Семь. Держать. Восемь. Хорошо, подумай. Молодец. У тебя восемь правильных ответов. Это очень хороший результат. Я хотел 7, но случайно 8 сделал. Лучше. Давайте теперь уже... Фиалковый, фиолетовый. Давайте теперь уже 7. Раз. Здорово. Два. Молодец. Три. Здорово. Четыре. Молодец. Пять. Хорошо. Шесть. Молодец. Семь. Так держать. Будь внимательным. Хорошо, подумай. Здорово. У тебя 7 правильных ответов. А можешь ли ты выполнить задание еще лучше? Попробуй. И последний вариант – это 10. Травяной. Травяной. Раз. Хорошо. Два. Три. Держать. Четыре. Пять. Хорошо. Шесть. Правильно. Семь. Восемь. Великолепно. Девять. Отлично. Молодчина. 9 правильных ответов. Это замечательно. Но у тебя все-таки была одна ошибка. Выполни упражнение еще раз. Ладно, все. С этим точно разобрались теперь. Все комментарии мы увидели. Теперь следующая мини-игра. Папе нужно проложить асфальтовую дорожку, соединить куски большой дороги. Понятно. Так, здесь надо на внимательность. Так, вот 4 клетки вот сюда идут. Вот здесь 4. То есть здесь на 4 вот так. Затем сворачиваем. И дальше уже на финиш идем. Замечательно. Ты помог проложить удобную и красивую дорожку. Пар. Следующее будет батискаф. Танец. Тань, посмотри, как замечательно танцует рыбка-клоун. Сможешь запомнить ее движение и найти фигуру, которую она изобразила? Попробуем, давайте. Блин, вот тут я что-то не уверен. Давайте эту попробуем. Могу ошибиться запросто. Так, ну здесь вот это по-любому. Кстати, может и нет. Блин, вот здесь я могу запросто ошибаться. Ну ладно, узнаем, сколько правильных ответов получилось. По-моему, это.
Опять это? Ну, здесь вот это прям видно четко было. А вот здесь я что-то не уверен. Давайте я эту попробую. Овал. Последнее. Вот это. Сколько правильных? Молодчина. 9. Только один раз ошибся. Но у тебя все-таки была одна ошибка. Так, подводная рыбалка следующая. Тебе интересно, сколько рыбок живет на дне моря? Сосчитай рыбок и выбери жемчужину с правильным ответом. Попробуй собрать в сеть. Ну, мне кажется, это будет легко. Раз, два, три, четыре рыбы. Ничего сложного тут нет. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ладно, давайте последний раунд и закончим здесь. Это надолго. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Просто 10 это долго будет. Следующая жемчужина. Открыть все жемчужины не такая уж и легкая задача. Вначале запомни номера жемчужин, а затем открывай их по порядку. От 1 до 9. Вот здесь будет сложно. И всего 5 попыток дается на это. Так, раз. Давайте попробуем. Сначала так посчитать. Раз, два, три, четыре. Блин. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Это будет сложно. Давайте попробуем. Раз. Два. Три. Это пятое. А вот дальше ошибиться могу. 6. Угадал. Здесь я наугад уже выбрал. Так, вот неправильно. Вот теперь точно не ошибемся. Все соберем правильно. Все собрали. У тебя замечательная коллекция жемчужин. Молодец. Если 5 раз ошибиться, то будет комментарий аналогично ни одному неверному ответу. Внимательно прочитай правила и сыграй еще раз. Удачи. Так, ладно, следующее, что у нас будет? Давайте следующее, поезд. Концерт. Метро, точнее. Сегодня на станции метро «Музыкальная» пройдет необычный конкурс.
Хочешь поучаствовать? Правила такие. По радио прозвучит музыка. Угадать инструмент. Все понял. Это на балалайку похоже. Хорошо. Умница. Баян. Аккордеон, точнее. Это виолончель или контрабас, как он там правильно называется. Или погодите, я, по-моему, ошибся. Правильно. Рояль, точно. Продолжай в том же духе. Похоже на вот это. Здорово. Это точно труба. Это скрипка. Неправильный ответ. Как это неправильно? А что это было тогда? Гитара. Хорошо. По-любому вот это. И последнее. Но это точно скрипка. Великолепно. Молодчина. А, ты да. Один раз ошибся. Это замечательно. Но у тебя все-таки была... Часы. Большие городские часы остановились и показывают неправильное время. Так, 15:35. Часы... 15 это у нас обычно, по-моему, 3. Ну а по минутам, если... Ну куда... Стрелка-то маленькая пошла. Вот 35. Ага, вот так. Верно. Так, 2. 2 это... Ну вот... 2 вот здесь. И 0,5. Так. Спасибо за работу. Жители города очень благодарны тебе. Отлично. Ты находишься на станции метро Карандаш. Похожее задание было. Ожидаем? В первой части надо было нарисовать картину из фотоальбома. Можно, кстати, все сразу разукрасить. Ну, здесь также никакую победу за рисунок не присуждат. Можно что-то свое нарисовать. Ладно, давайте сильно морочиться не будем. Вот эта штука все стирает. Следующее. Что бы нам следующее выбрать? Вот этот грузовик давайте возьмем. Веселый замес. Внимательно посмотри на то, в каком порядке стоят бетономешалки. Похоже, задание у нас тоже было в первой части. Но здесь немного сложнее. Здесь ряды не по одинаковым в точь-в-точь машинам стоят. Тут могут быть разные цистерны, но одинаковые, например... кабины. Здесь вот белая, но при этом вот еще какой нюанс. Слева обязательно белая, в середине розовая, и здесь и справа красная. Значит, здесь нам надо белую. Здорово. Вот здесь нам нужна красная, и красная только одна, это вот эта. Здорово. Здесь нам нужна вот с травяным цветом вот такая вот. Молодец. Здесь вариантов немного. Здесь нужна оранжевая. Отлично. Здесь желтая, но желтая с розовым. Верно. Нужна. Хорошо. Хорошо. Белая. Здорово.
Отлично. Ну и наконец. Умница. Все задания выполнены правильно. Мост. Помоги грузовичкам перевести свой груз через речку. Деревянный мост может выдержать вес, указанный на знаке, или меньше. Если вес груза больше, то грузовик нужно пустить по тоннелю. Определи вес груза на каждой машине. Короче, здесь вес груза это 6 плюс 2. Это 8. А мост только 4 может выдержать. Мы можем... По мосту грузовик проехать не сможет, надо его в тоннель. Запустить здесь 5 плюс 4, 9 тоже не может проехать по мосту, в тоннель по запускаем. Здесь 5, а мост может 7 выдержать, значит этот без проблем можно по мосту запустить. Здесь только 6 может, здесь у нас 8, нет, по мосту не проедет. Здесь 8. Здесь 9. Тоже по тоннелю запускаем. Здесь 3. Но здесь сразу видно, что тут больше 3. Поэтому снова в тоннель. Здесь тоже сразу видно, что тут больше 4. Поэтому в тоннель. Здесь 7. Тоже в тоннель. Непрочные мосты тут нынче. Ну, а вот этот уже можно по мосту запустить. Тут всего 7 было. Здесь 9. Здесь этот тоже можно по мосту запустить. Тут всего 6. Умница. Все задания выполнены правильно. Мебельный магазин. Жильцы нового дома купили мебель в магазине, но не знают, как довести ее все сразу. Так, ну здесь надо так расположить, чтобы все влезло. Сразу же вот сюда. Так. Ну, это легко было очень. Давайте еще раз. Здорово, вся мебель доставлена. Давайте повторно. Может, что посложнее выпадет. Ну, не, я бы не сказал, что это было сложно тоже. Здорово, вся мебель. Следующее что? Баржу давайте. Крыши. В нашем городе баржа помогает строить дома. Вот и сейчас она подвезла крыши к строящимся домам. С помощью подъемного крана попробую расставить все крыши на подходящие дома. Здесь тоже несложно, думаю, будет. Нет. Это сюда. Это сюда. Некоторыми будет легко, с некоторыми не очень. Окей. Спасибо, ты замечательно справился с этой трудной задачей. А теперь давайте неправильно их разместим. Чтобы узнать исход этого. Ошибся. Одна правильная. Но мы можем в неправильную переместить. Ты перепутал крыши на домах. Пожалуйста. Порт. Каждый день баржа развозит посылки с подарками детям нашего города. На каждой коробке написан ее вес. Загрузи баржу так, чтобы вес груза в каждом из трех ее отделений был одинаков. Ясно, ясно. Мы можем первые взять. Первые 3. Только 3 можно максимум.
То есть 6,6 это 12. 21. Уже 16. Десять, двенадцать, не, что-то мы тут напутали. Так, 9, 4, 13, 13 и 19. А здесь сколько? Здесь 14. Много. Вот здесь 19 получилось, здесь 11. Так, тут 18. Можно тогда шестерку сюда воткнуть. Нет, все равно неправильно. Вот это посложнее, да. Может сюда пятерку? Хотя нет, там только что же было так. Уже не так. 12 прибавляем к 12, 7 это 19. Здесь 19 не выходит, тут 20 получилось, здесь 11, 15, 20, 19 и 15. Блин, слушайте, это сложно. Давайте-ка не будем проходить. В море баржи находят дорогу к островам по звездам. Но я помню, что проходил это. Баржу, проследи ее путь и отметь остров флажком. Чтобы найти правильный путь, ты можешь перетаскивать звезды. Вот это тоже, кстати, для меня довольно-таки сложно. Ага, так. Ну, вообще-то это не сильно сложно. Вот для этой она сразу же сюда направляется. Вот эта зелененькая идет сюда. Оранжевая идет отсюда. Нет, по-моему, что-то я перепутал, не туда. Фиолетовый, мне кажется, перепутали. Фиолетовый сюда идет. Ну и красный, логично, что сюда. Или нет? Ну вот, разве не правильно? Или мы явно где-то ошиблись опять? И здесь оранжевая, здесь зеленая. Там они где вроде не ошиблись. Ладно, что делать дальше, не знаю. Следующее. С вертолет давайте следующее. Тучки. Нелетная погода, небо совсем затянуло тучами. Посмотри внимательно на грозовую тучу и найди к ней недостающий кусочек. Так ты поможешь.
Правильно. Это будет просто тоже. Молодец. Ошибка. О, да ладно, что, правда, что ли? Верно. Великолепно. Правильно. Отлично. Верно. Великолепно. Молодчина. Опять 9. Это замечательно. Флюгер. Над городом собрались тучи. Вертолет совсем растерялся и не знает, куда ему дальше лететь. Помоги ему. Переставляя точки, расчисти дорогу. Затем нажми на вертолет, чтобы он... А, это, эта штука меняется. Это просто достаточно. Благодаря тебе вертолет благополучно пролетел над городом. Башня с часами. Внимательно прослушай время, которое объявляет диктор по радио. Запомни это время и найди часы, которые его показывают. 21 час. 5 минут. Но это не электронные часы, к сожалению. 21 час 5 минут. Вот это вот поинтереснее будет уже немного. Отлично. Предположим, четверть, что это. Пятого. Четверть пятого. Четверть пятого. Верно. Это? Четверть девятого. Четверть девятого. Не это, вот это. Правильно. 15 часов 10 минут. 15 часов 10 минут, говорите? Вот это. Умница. Четверть девятого. Опять? Четверть девятого. Нет, по-моему, не это, вот это. Будь внимателен. Нет, неправильно. 4 часа 40 минут. 4 часа 40 минут. Вот это? Будь внимателен. Опять неверно. Без четверти. Два. Я не очень умею определять время по вот таким вот часам, поэтому извините. Чего еще раз? Без четверти. Два. Без четверти. Два. Без четверти. Два. Великолепно. 10 минут. Пятого. 10 минут пятого. Ничего из электронных часов не выпадало ни разу. 10 минут пятого. Неверно. Без четверти. Ошиблись. Час. Без четверти час. Верно. 0 часов 20 минут. Здорово, здорово. У тебя 7 правильных ответов. А можешь ли... Хорошо. Флюгер. Следующее. Груза... А, это уже было. Пожарную машину тогда. Игра с огнем. Помоги с огнем нельзя играть. Машинам спасти город от огня. Для этого нужно окружить огонь или заставить его отступить к берегу реки. Вот это, кстати, довольно-таки сложно. Черт. Ладно, не вышло. Огонь доберется до города сейчас. Очень жаль, но огонь перехитрил тебя и добрался до города первым.
Вот это довольно-таки сложная мини-игра, но надо тут попытаться как-то. Если мы эту двинем, огонь пойдет сюда, поэтому двигаем вот так. Вот теперь огню некуда деваться. Молодец! Город спасен от огня. В этой игре ты примешь участие в тренировке пожарной команды. Открывай окна, внимательно смотри на огонь и находи одинаковые языки пламени. Окей, понятно. Нет, это разные. А это у нас какой? Нет, эти чуть-чуть отличаются, как видите. Вот эти одинаковые. Это разные. Ну вот и все. Учебный полигон для тренировки пожарной команды готов. Спасибо. Палитра. Пожарная машина почти покрасила кирпичную стену, но у нее закончилась краска. Остались. Ага, здесь надо смешивать. Ну, здесь желтоватый нам надо. Такой вот. И чуть-чуть синенького у него надо. То, что нужно. Идеально. Сыграй снова, и ты узнаешь, какой. Да, давайте еще раз. Было слишком легко это. Нет, по-моему, я неправильно сейчас сделал. Немножко не тот цвет получился. Давайте попробуем так. Опять немножко не то, что нам надо. Попробуем вот так. О, то, что надо. Давайте в третий раз. Здесь фиолетовый из красного и синего получиться может. Мне кажется. Давайте сначала так попробуем. О, точно, угадали. Ладно, с этим разобрались. Следующая скорая помощь у нас будет. Нет. У нас скорую помощь напоследок оставим. У нас еще экскаватор есть. Скульптура. Собери из кубиков такую же фигуру, как на рисунке. В первой части у нас тоже похожее задание было. Надо было из кубиков тоже фигуру делать. Но не из таких кубиков. Из других. Здесь тоже никакую победу не дадут. Как переключить? На стрелки на эти. Давайте проверим, какие фигуры. Ну и также в конце свободный режим. Маршрут следующий. С помощью экскаватора нужно убрать в парке весь строительный мусор. На планшете задай путь для экскаватора. Постарайся объехать. Так, у нас уже похожее задание было. Здесь надо также
вот так проложить дорогу, но при этом еще не забыть убрать мусор. Так, вот на вторую, на третью сворачиваем. Вниз теперь, ой. Нет. Еще вниз. Надо мусор же убрать весь. Вот теперь вроде можно запускать. Так, все, весь мусор убрали. Отличный результат, хотя это была непростая. Есть еще вариант просто пройти, но не убрать мусор. Будь внимательнее, на строительной площадке еще остался мусор. Ну и игрушки, это на память. В этом упражнении 10 заданий. В каждом из них экскаватор будет забирать одну игрушку для детской площадки. Постарайся запомнить все. Понятно. Все, понял. Вот эту. Так, держать. Я так и знал, что он именно эту сейчас заберет. Продолжай в том же духе. Опять эту же. Так держать. Ай-яй-яй. Ошибся. Я что-то забыл, что там было, сейчас опять поди ошибусь. Здорово. А нет, не ошибся. Умница. А вот тут я что-то проглядел. Верно. Угадал. Обалдеть, я угадал. Так держать. Так и знал, что он эту заберет. Правильно. Знал. Великолепно. Опять 9 будет, да? Молодчина. 9 правильных ответов. Это замечательно. Маршрут. И последнее, что у нас осталось, это... Погодите. А, точки. Да, вертолет был. Последнее, что у нас осталось, это скорая помощь. Клаксоны. Клаксоны. Работа скорой помощи не прекращается даже ночью, но и машинкам нужно спать. По звуку сирены определи тех, которым пора отдыхать в гараже, и тех, кто поедет в город. Чтобы понять, кого куда отправить, нажимай на динамики и сравнивай их звуки со звуками машинки. Этого в город. В гараж. Гараж. Тоже в гараж. В город. Этого в город.
этого в гараж. Горд. Молодец, ты справился с очень трудной задачей. Может быть, тебе тоже пора передохнуть? Может быть, закончим вот еще следующие две мини-игры, да передохнем. А если неправильно? А, нет, она просто развернется. Понятно. На большой дороге дальше у нас... Машина скорой помощи едет в город. По дороге ей то и дело попадаются большие плакаты. Но не все из них склеены правильно. Приведи картинки в порядок, и машина отправится дальше. Здесь надо просто по кусочкам вот так вот соединять. Довольно легкая мини-игра. Нет, не туда. Тут что-то видно плохо. Вот это точно было неправильно. Вот, теперь правильно. Нет, тут мы колесо проглядели. Вот это надо вот сюда. А вот здесь уже колесо. Вот с облаками сложнее всего. Так, ладно, все. С этой мини-игрой тоже разобрались. И последнее на сегодня это домики. В городе заболели домики. У них поднялась температура. Веди машину скорой помощи по дороге туда, где ее ждут. Нажимай. Больные домики. Какая нелепость. Переключаем стрелочки просто. Не туда. Она развернется, я так понял сейчас. А, она будет просто ехать туда-сюда.
Интересно, сколько же раз надо так? Вот три, а сколько всего надо? Молодец. Все? Теперь все домики в городе здоровы. Ну что ж, мы все мини-игры мы прошли. Поэтому заканчиваем на сегодня. Отметили День защиты детей мы сегодня. Всем спасибо за просмотр. С вас и Господь Писос, за меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримерский канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.